Hot News. Российские арбитры начали тренировки на системе видеоповторов. Со следующего сезона в чемпионате России планируется введение системы видеопомощи арбитрам, ВАР, передает ТАСС. Ранее она была утверждена Международным советом футбольных ассоциаций, ИФАБ. Также ожидается, что 16 марта система будет одобрена Международной федерацией футбола, ФИФА, для применения летом на чемпионате мира в России. По словам руководителя Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза, СРФС, Андрея Будогорского, департамент продолжает работу по изучению этой системы. Мы начинаем уже моделировать какие-то ситуации в Краснодаре, арбитры уже сидят за мониторами, хотя указаний контактировать с судьей у них нет. Это все проходит в рамках эксперимента, потому что люди должны понять, с чем эту систему едят и как все делается. Здесь не нужна спешка, потому что надо все четко смоделировать и подготовить специалистов, цитирует Будогорского ТАСС. Хочу обратить внимание, что ИФАБ не говорит, что эта система должна поголовно везде практиковаться. Это большие деньги, не все клубы могут позволить себе эту систему, добавил глава департамента судейства и инспектирования РФС. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.